Здравствуйте, друзья! В эфире Аркана ТВ. Меня зовут Алексей Пахабов. И сегодня у нас уже третья встреча с моим учителем Сергеем Великовым. Сереж, здравствуй. Очень приятно. Спасибо, что пришел. Много писем приходит, много сообщений на тему того, как помочь себе на пути развития. Вот, например, вот какие-то такие базовые советы. Вот представь, сейчас вот тема эзотерики очень модная. Люди учатся медитировать, учатся концентрироваться, раскрывать в себе различные способности. Что бы ты посоветовал человеку, который вот только начинает? Вот даже вплоть до того, с чего бы, что прочитать, быть может даже. Или на чем сосредоточить внимание ученика на первых порах? Ну, я бы сказал, что в первую очередь стоит сосредоточиться на практике. А жизнь – это, можно сказать, неиссякаемый источник практик. Часто я встречался с такими вариантами, когда человек очень много знает, но совершенно не контролирует свою жизнь. То есть те знания, которые он приобрел из книг или из каких-то семинаров, они его жизнь так и не изменили. А должно быть так, да, что, следовательно, если человек что-то практикует, должна меняться жизнь. То есть это показатель. Это, я бы сказал, главный показатель. То есть, если человек что-то знает, это еще ничего не решает. Вот если он живет по-другому, это решает уже очень многое. Поэтому говорится, что знатоков писаний много, но если хотя бы один живет в соответствии с этим писанием, то это уже святой. То есть, это уже персонаж совершенно другого порядка. Соответственно, я бы сказал, чтение книг, что касается, по крайней мере, магии, это скорее задача номер два. Вот. Первая задача – это освоение тех практик, которые нам предоставляет жизнь. Конечно, этому способствует чтение книг, но я бы изначально сразу поставил книги на второй план. Возможно, это связано просто с моими личными особенностями, поскольку я читать не люблю, и несмотря на философское образование, книг я читал немного. Ну, по крайней мере, для этой профессии много-мало относительно. Вот. Но если обратить внимание именно на практику, то я бы сказал, это главная рекомендация. А практики, они постоянно на каждом шагу. Например, практика осознанности. То есть, если мы начинаем просто осознавать свои какие-то действия, то это само по себе уже меняет, я бы сказал, наш уровень восприятия мира. Или если мы начинаем осознанно менять какие-то свои привычки. Например, у Карлоса Кастанеды там дается масса таких рекомендаций. Одна из простых, например, начинать завязывать шнурки не с правой ноги, а с левой. Или наоборот, но не с той, с которой привык. То есть, когда мы начинаем осознанно относиться к своим привычкам, поскольку привычки, они формировались под влиянием различных факторов внешних, которые сейчас, в данный момент, могут быть уже не актуальны. И дальше эти привычки по-прежнему влияют на наше поведение, используют нашу силу. И, я бы сказал, изменение осознанное или хотя бы осознание этих привычек – это, я бы сказал, первый и самый важный шаг. Потому что человек, он, можно сказать, состоит из того, что он делает. И если мы меняем способ действия или начинаем относиться осознанно к каким-то незначительным вещам, в том числе в жизни, то это сразу очень многое меняет. Дальше уже к практике можно добавлять различные источники информации, книги и так далее, но если мы перегружаем ум вот именно книгами различными, которых сейчас много, то это тоже может пойти во вред. И я могу просто по своему опыту сказать, что вот в мое время, когда я начинал уже... Это было довольно давно, то есть давненько. Интернета не было, и, в общем-то, источников информации не было в таком количестве. Это было проблемой, то есть непонятно было, где это, что это такое магия, то есть не было такого массового помешательства на этом вопросе. Вот. Сейчас другая проблема. Информации слишком много. То есть каждый пишет какие-то книжки. Вот. Я не исключение. Я тоже написал книжечку. Коллега. У меня уже три. Вот. То есть каждый человек пишет какое-то свое понимание. Но если человек пишет книжку, предполагается, что он это на основе какого-то своего опыта делает.
Вот. Этот опыт можно рассматривать для сведения, но все-таки основа знания истинного и основа истинного развития – это личный опыт. И первое, с чем стоит и начать иметь дело, это с теми обстоятельствами жизни, в которых мы находимся. Поскольку человек часто использует вот эти всякие магические приемы, что называется, в поисках халявы. Он думает, что вот сейчас я сделаю одну простую вещь, освою один простой курс, и значит, это быстро избавит меня от всех проблем. Но избавляет от проблем не курс и не обучение, а осознанность человека, который к этому подходит. И если мы начинаем осознавать свои простые действия, осознаннее относиться к повседневности, то это первое, на что я бы обратил внимание. Сергей, ну вот тут у начинающего может возникнуть определенная проблема. Во-первых, сейчас не то, чтобы есть огромное желание учиться у людей, но есть огромное желание чему-то научиться. Осознанность, да. Правильно, хорошо, нужно, необходимо. Ну а как же способности? То есть человек, если предполагает, ему говоришь, завязывай шнурки не с той ноги. Он думает, а что я в итоге-то получу? То есть у нас настолько сейчас такое меркантильное отношение, в том числе к практикам, что хочется поиметь что-то с этого. Да? И какие ты приведешь доводы в пользу того, что необходимо больше заниматься осознанными практиками, нежели целенаправленно развивать какие-то способности. Вот почему человеку необходимо развивать осознанность, и в основном прежде, чем какие-то способности? Вопрос, да, не праздный, я бы сказал. Потому что действительно нет смысла заниматься чем-то, что не приносит результата или приносит непонятно что. Да. То есть это вполне логично. Но я бы сказал так, сколько людей обучается эзотерике, и сколько из них обладает реальными способностями? Я думаю, что соотношение довольно-таки не в пользу большинства, я бы сказал. То есть те, кто реально обретает какие-то способности, они обладают чем-то, чем остальные люди не обладают. Хотя уроки даются одинаковые. Да, вот на семинар приходит там 100 человек, из них 10 чего-то достигают. Вот. И я бы сказал, что вот это самое достижение, оно связано именно с самим отношением к практике. Поскольку если человек к своей жизни относится неосознанно, то он к практике будет относиться точно так же. А значит, он и не получит никаких результатов. А что такое неосознанное отношение к практике? Дали задание, сижу, делаю. Как человеку понять, как он относится, осознанно или нет? Ну, вот, скажем так, в школе научили, хожу, делаю. Да, то есть, и человек не понимает, зачем ему это надо. И нету... Ну, осознанность, я бы сказал, это некая особая включенность. Ну, вот как, например, во сне. Да, то есть человеку может сниться, что он занимается магической практикой, вот он проснулся, и вот, собственно, уровень осознанности – это именно разница между теми состояниями, в которых человек находится. То есть состояние большей осознанности означает как своего рода состояние большей пробужденности. Но осознанность, она отличается от мыслей, от памяти или от каких-то действий. Это, я бы сказал, мера присутствия в этих действиях. То есть то, что делает эти действия реальными, грубо говоря. Да, вот, например, во сне. Одно дело, когда нам что-то снится, другое дело, когда мы раз во сне осознали себя. Но это осознание, это не действие какое-то по правилам сна, то есть это не практика в рамках сна. Это полнота присутствия в этом. То есть человек должен включиться. А человек, он не присутствует в своей жизни. Да, то есть неосознанность – это отсутствие. Когда он там завязал шнурки, непонятно как пошел, пришел на практику, непонятно как в ней опять же присутствует. Да, он что-то делает, есть какой-то активный процесс, но это как во сне. И, грубо говоря, поток сил, он не возникает нужной мощности при этом. То есть осознанность – это то, что дает силу нашим действиям, дает возможность духу проявиться здесь. То есть можно сказать, что, вот, например, осознанное сновидение – это просто вот более полное наше присутствие, там, которое соединяет вот мир бодрствования и сна. Также, когда мы в бодрствовании начинаем тренировать осознанность, то, можно сказать, мы начинаем достигать состояния еще большей пробужденности, и по сравнению с которым все остальные люди, которые вроде бы бодрствуют, они находятся в сновидении своего рода, то есть в каких-то своих иллюзиях.
И, соответственно, если мы, начиная с простых действий, начинаем осознавать свою повседневную жизнь, само по себе это уже даст какие-то особые качества, и в том числе эффективность и успешность в каких-то социальных ситуациях. А если потом мы с точно таким же подходом подходим к магическим практикам, то тогда они дадут и нечто большее, чем какие-то, скажем так, человеческие качества. Сергей, я сейчас зайду немного с другой стороны. Я знаю по своему опыту, и ты мне это тоже неоднократно рассказывал, что в процессе обучения, в процессе не то, что в школе где-то, а вообще в жизни, да, мы же обучаемся, возникает желание бросить все к чертовой матери. Да, то есть бывает такое, оно все не работает, зачем мне, есть вполне конкретные проблемы, их надо решать. И, собственно, очень часто я вижу то, что люди, доходя до какой-то проблемы, у них опускаются руки. Да, то есть вот, ну, не могут они полностью погрузиться в практику. То, и это становится неинтересным. Когда есть интерес, когда есть страсть, человек, да. То есть если человеку сказать, вот если ты будешь эту практику делать там 20 минут каждый день, то у тебя через год откроется третий глаз. Он будет это делать, но когда не открывается в результате, он чувствует, что его обманули. Как поддерживать интерес? Вот, скажем так, почему ты не бросил до сих пор и все равно это развиваешь? И как прийти человеку к тому, что вот он чувствует, что это ему дает что-то в жизни, но все равно склонен к тому, чтобы убегать от этого, заниматься, то есть как бы он отговаривает себя, ну вот у меня времени сегодня не было, я работал, вот, а завтра у меня тоже времени не будет. Хотя он ощущает, что там есть что-то правильное, что-то настоящее. Почему ты до сих пор на пути? Ну, я бы сказал, что изначально, если как говорить конкретно о моей мотивации, то она была довольно сильной, потому что все остальное утратило смысл. То есть 18 лет у меня было состояние, что вдруг я понял, что вот, ну, закончу институт и что? А какой смысл? Ну, добьюсь я успеха в жизни, там будет у меня семья, и какой смысл? Потому что все умрут. Могилы у всех одинаковые, была у тебя семья, был ты успешным или нет, может, сразу к результату, то есть, может, повеситься. Вот. Даже потому такие, что, да, были? Ну, мысли были. Мысли. Не было, это не выходило на уровень желаний. Ну, вот думаю, ну, а смысл? Как ну, бы. Да. Но когда я начал ощущать, то есть, когда я впервые нашел информацию по магии, что есть нечто большее, чем физическое тело. То есть для меня это стало огромной мотивацией, как некий смысл жизни. И, конечно, я шел не неровным путем. То есть, я и бросал, и были такие периоды разочарований. Вот, и это нормально. То есть этап разочарований, он неизбежен, потому что человек, начиная практику, он опирается на что-то известное, потому что на неизвестное он не может опереться. И, допустим, человек начинает заниматься из интереса, как нечто новое. А это, я бы сказал, типичная, ну, реакция ума. Ум постоянно ищет что-то новенькое. Вот, и на этой базе в том числе строится современное, я бы сказал, клиповое мышление, когда человек вообще не может ни на чем долго концентрировать внимание, нужно, чтобы постоянно менялось изображение, грубо говоря, в телевизоре или в жизни. Вот. То есть здесь это просто некая рефлекс ума, назовем это так. И этот рефлекс ума, он как некий инстинкт своего рода, он чуть больше, чем животный инстинкт, он вот движет человеком, он это попробовал, там посмотрел. Вот. Дальше. Если человек не выходит за пределы вот этого рефлекса ума, то он не достигает вот этой вот глубины погружения, он бросает много разных там направлений туда-сюда, вот, и в итоге остается обманутым и разочарованным, но обманут он собой. То есть он обманут тем, что принял вот этот рефлекс ума за истину. Но дальше, например, человек, предположим, он вот решил все-таки заняться поглубже, копнуть. Но это нужна уже мотивация. Мотивация, я бы сказал, сопоставимая с жизненно важными интересами. То есть для него это должно быть жизненно важно. Когда человека, для человека что-то жизненно важно, то включают совершенно другие механизмы. Это как сродни уже более глубинным каким-то процессам, и они уже не такие поверхностные. Это уже не... Вот есть волна такая более быстрая, а есть более медленная. Вот, например, скажем, помимо рефлекса ума есть желание там, ну, не знаю, потребность,
В еде, в воздухе. В еде, в воздухе. Или быть в счастье, чтобы было хорошо. Вот занимаюсь магией, мне хорошо. Как-то что-то надоело заниматься, но других способов, как сделать себе хорошо, не знаю, приходится этим заниматься. Вот, потом есть еще более глубинные волны, которые, грубо говоря, на одно воплощение работают, или там на 10 воплощений. И при переходе с одной, можно сказать, частоты на другую всегда неизбежен кризис. И если человек начал чем-то заниматься, что-то, как правило, он вначале получает, ну, хотя бы какие-то ощущения, потом, значит, возникает невыносимость некая, потому что на прежней мотивации он не может двигаться дальше. То есть, поскольку прежняя мотивация, она базируется, грубо говоря, на неком импульсе, который на более глубинном уровне не работает. И он погружается как в некую такую депрессию или ощущение, что все бессмысленно. И дальше уже это проходится исключительно на вере или на воле. То есть вера – более религиозный термин, но в данном случае это можно сказать шаг на веру, что вот он верит. Верит там учителю, верит в технику. Он видит, что она не работает. Он видит, что у сотен людей она не работает. Он верит, что вот она может работать. И у него либо этой веры хватает, и у него это начинает работать, либо нет. И он идет в какое-нибудь другое место, где он поступает точно так же. А если вот взять вот отдельно этот момент, ведь у многих это превращается в цикличность. Человек берется за что-то новое, достигает какого-то уровня, теряет свою мотивацию, и ему необходима эта вера. Но он бросает, не хватает ее. Потом он идет, например, вот тот он пошел в магию, потом решил, нет, надо бизнесом заниматься. Доходит в бизнесе, опять же доходит до этой степени, что дальше ему надо верить, что у него получится. Но он пытается ретироваться, хоть что-то сохранить, чтобы не уйти в минус. Потом он идет в личную жизнь, и тоже вроде как все нормально-нормально. Вот возникают кризисы в семейной жизни, и он думает, да ну в баню, пойду что-нибудь... Как преодолеть? Вот на самом деле это действительно очень глубокая проблема. Человек доходит до какой-то планки, везде причем, и выбирает почему-то штрафной круг. Я бы сказал, что здесь, как правило, либо внешняя сила выводит его из равновесия, либо внутреннее созревание. Допустим, на пятом круге он понимает, что что-то не так. Надо там во что-то уже... как бы включиться как следует. И вот эта вот необходимость, она в нем созревает, и он там прорывается по какому-то параметру на следующий уровень, условно говоря. Это, кстати, можно сравнить с волнами мозга. Известно, например, что есть более поверхностный бета-ритм, он там сколько-то герц в секунду, там 8. Есть альфа, 6, там, а есть тета, там 2-3 герца. Ну, я не помню этих цифр, но чем более глубинный уровень, тем более медленные там волны. И это очень похоже на вот эти вот уровни, которые человек проходит в жизни. То есть уровень бета – это вот постоянно меняющийся интерес. Уровень альфа – такое более медитативное состояние, когда человек может долго на чем-то сосредоточиться, но в то же время там каких-то... серьезных прорывов может и не быть. А вот на более глубинных этапах это уже люди, сильно одаренные в той или иной области, будь то бизнес, будь то наука, потому что в науке много людей, но открытия, опять же, делают немногие. То есть можно быть ремесленником, можно быть творцом в любом деле абсолютно. И определяет здесь не дело, чем ты занимаешься, а как ты это делаешь. То есть насколько осознанно, насколько полностью, с полной самоотдачей и верой ты в это дело как бы окунаешься. То есть, иными словами, дело делают настоящим не то, какое оно, а то, какой ты. Вот, как бы. И, соответственно, мне понравился этот фильм «О бедном гусаре замолвите слово». Там был такой чиновник, негодей, кстати. Вот. Он говорит, вы мне поручение дайте, а особым я его сам сделаю. Вот. Соответственно, человек особым или духовным, или правильным делает дело своим присутствием. И либо он присутствует там как, ну, как некий автопилот, вот здесь что-то сделал и ушел, как бы, и дело такое. Либо он полностью с полной самоотдачей включается, можно сказать, отдает себя, теряет себя в нем. Но, теряя себя, он находит нечто большее я свое. Вот, то есть здесь... вот эта вера, она рождается либо под влиянием каких-то внешних суровых факторов, либо под влиянием того, что уже надоело там, по одному и тому же кругу ходить.
А если мы зайдем с другой стороны? Очень часто я получаю письма, когда люди говорят, вот мотивации хоть отбавляй. Желаний, веры, сил. Но одно маленькое сомнение. Мое ли это? Да, вот как бы я хочу, но я не знаю мое. То есть, вот здесь, да, я уже предвещаю то, что ты скажешь. Но тем не менее, какая-то маленькая мысль. Ведь если человеку скажешь, это не твое, у него возникнет другое сомнение. А правильно ли он меня определил? Как помочь человеку, и ведь это касается не только духовной практики, но мы на ее примере, может быть, поймем, все время люди ищут что-то свое. Вот в данном случае для тебя твоя практика – это твое, и ты себя чувствуешь в ней. Как человеку помочь найти себя? Да, вот это вот постоянное выражение, которое мы слышим о том, что я вот ищу себя. Ну, если человек не нашел себя в себе, то он не найдет его и в любом другом деле. Соответственно, я бы сказал, если есть сомнения, то нету мотивации. То есть настоящая мотивация – это когда нет сомнений. Вот я сюда. Вот у меня так было с этим, с Борисом Моисеевичем Мунусовым, когда я попал в его школу. У меня не было никаких сомнений, что мне надо туда. Вот, и выбора у меня никакого не было. То есть у меня как-то все сузилось в некий... Один собственно, как у меня, то же самое было с тобой в этом плане. Ну, то есть, и это было для меня естественно. То есть, я не думал, что может быть как-то иначе вообще то есть, в тот момент. Да. Это само собой. То есть, как это сделать искусственно, если этого нет? То есть, я даже не знаю. Но у меня тогда была просто такая ситуация в жизни. Но, по идее, вот должно быть примерно так. И на эту тему, опять же, фильм какой-то вспомнил, там один человек говорит, я в любой момент могу бросить курить, и сила есть, и воля есть, но вот силы воли нет. Как бы, также вот большая мотивация, но сомнения, как бы. Вот. То есть здесь часто, кстати, в качестве сдерживающего фактора выступает именно страх. Вот, кстати, первый враг на пути к знанию у Кастанеды. Кастанеда мне очень нравится. Это одна из немногих книг, которые я прочитал. Причем все его книжки. То есть, когда человек готов во что-то вложиться, он боится потерять. А что я? Вдруг не мое. Вдруг я потрачу время зря. И в итоге зря время тратит гораздо больше. Да. То есть, вот он думает, мое не мое, раз уже и там 50 лет. Уже в армию не возьму. Значит, куда он хотел. И, кстати, интересный опрос был среди жителей домов престарелых, по-моему, в Англии или в какой-то зарубежной стране, не возьмусь. И им говоря, и у них им задавали один и тот же вопрос, что вот если бы, обладая теми знаниями, которыми вы обладаете сейчас уже старыми, вы обладали в молодости, вот что бы вы сделали, что бы вы изменили? И большинство, больше 50% сказали, я бы больше рисковал. То есть человек по молодости, он, как сказать... С одной стороны, у него нет опыта, но у него и как-то вот есть ощущение, что у него много времени. Что вот он сейчас, может, не мое, а я подожду, как бы, и вот уже и все, все шансы ушли. Так что здесь я бы сказал, если есть сомнения, это может быть признаком страха перед неизведанным. Потому что страх, он не всегда проявляет себя напрямую, как какой-то ужас, а это может быть просто как некое подсознательное вот. Человек, когда приближается к чему-то, что его реально изменит, это пугает. Так ведь с другой же стороны пугает все. Вот я не знаю, это мое. Я вообще не знаю, что мое. Ладно, хорошо, надо рисковать. Куда кинуться? Или здесь с этой точки зрения уже не важно? То есть, может быть, ты не получишь никаких дивидендов, но изменишься. Будешь знать. Важно то, да, важно понять, что главное – это внутренние изменения. Если ты отдался какому-то делу, неважно какому, ты по-любому изменишься. Вот. Даже если это дело не принесло каких-то ожидаемых дивидендов, но неизвестное, то есть обучение – это всегда движение навстречу неизвестному. А если ты что ожидал, то и получил, ты ничему не научился, по сути. Ты остался в сфере того, что ты знал. Поэтому по умолчанию результат обучения, он неизвестен. Вот. Даже если тебе его описали, и ты решил, что понял, все равно не знаешь, что берешь. Вот. Потому что я, например, не знал
не мог себе представить вообще, чем я сейчас, например, буду заниматься, когда начинал там заниматься магией. У меня были совершенно другие представления. Ну вот, что маг — это человек в капюшоне, там, ну вот, как сейчас это в фильмах во многих показывают. А что в фильмах? В жизни? Ну и в жизни бывает, да. Вот. То есть, я бы сказал, что если не знаешь, что выбрать, выбирай любой вариант. То есть главное сделать какое-то действие. Это, кстати, напоминает мне, как я вспомнил случай, когда мы плавали по порогам на речке бурной. Я первый раз был вообще в этой бурной речке, на какой-то там лодке вообще совершенно не приспособленной для этого. Вот. И мы плывем, а с нами в лодке сидел еще человек, который уже не раз плавал. Я плывем, и я вижу бурун впереди. Я так думаю, так, с какой бы его стороны? Греби, не думай сразу, куда угодно греби. Вот. А я там смотрю, куда течение пойдет, вот как лучше. Там, и раз мы в эту волну всех окатило. Потом я опять думаю, мне это очень запало как бы в память, что главное куда-нибудь грести, как бы, и тогда уже нормально. То есть, не, может быть, даже ты против течения будешь грести, но, по крайней мере, как бы будет шанс. Соответственно, если ты, человек стоит перед выбором, что вот это мое, значит, все, может быть, твоим или не твоим, выбирай любой вариант. Вот будет шанс, очень интересно. То есть, гарантий-то, по сути дела, никаких. Ну, в общем-то, да. Рождение случайность, смерть закономерность. Вот, ну как, то есть гарантий, конечно, никаких. И отказ от выбора — это тоже выбор. Вот. И избегая этого выбора, человек тоже совершает определенные действия, и совершенно нет никаких гарантий, что он делает опять же правильный выбор. Гарантий нет ни в чем. Хорошо. Тогда, наверное, ну, пойдем дальше. Предположим, человек определился, куда-то идет. И очень популярна тематика мест силы. Я знаю, ты сам бываешь на Кайласе. Как использовать какие-то святые места, места силы человеку, если он только встал на путь? И вообще, надо ли ему это? Я бы сказал, плюс мест силы. Силы заключается в том, что там есть вот нечто, это как раз источник внешнего фактора. То есть, если человек сам ничего там не чувствует и так далее, то нужен какой-то пинок ему. И часто этот пинок может прийти извне, в том числе из мест силы. И я встречался не раз с такими ситуациями, когда человек пришел в храм, например, и его там осенило, все его сомнения исчезли. Хотя он пришел уже там отчаявшись, а просто так зашел, мимо проходил, и тут вдруг что-то там... Или побывал в горах, или там еще где-то на каком-то месте силы это все перевернуло. Но есть также и масса людей, которые ничего не почувствовали. Тут опять же зависит от созревания, от типа личности, от времени, то есть вовремя человек пришел, не вовремя. Но суть в том, что в местах силы есть вот этот внешний импульс. И он может быть разного уровня. И... может быть совместим с этим человеком, может нет, потому что человек может приехать на место силы, которое все хвалят, там всех штырит, грубо говоря, вот, а он ничего не почувствовал, наоборот, ему стало плохо и вообще как бы не понравилось совершенно. То есть тут надо смотреть, прежде чем поехать на место силы или куда-либо с целью измениться, во-первых, надо, я бы сказал, отбросить все свои ожидания, поскольку если хочешь сдвинуться из сферы известного, надо со всем известным расстаться. То есть ракета должна взлетать, так сказать, не будучи привязанным там, к каким-нибудь сараям, вот, и складам с прошлым опытом. То есть отпустить весь прошлый опыт и позволить силе места сдвинуть себя. А это значит, ну, просто расслабиться, наблюдать и по возможности, ну, не думать. То есть отключить внутренний диалог. Не делать это важно. Да, ну вот зашли, да, там, ну, расслабились, а дальше уже само пойдет. Ну, единственное, должно быть намерение еще, важный момент. То есть человек должен быть внутренне готов к переменам, измениться. То есть он хочет измениться, причем не формулируя как конкретно, то есть куда, что, ну вот, пусть все будет правильно, хорошо, но вот я хочу вот измениться. Тогда, ну, в принципе, сила какого-нибудь места, с которым он почувствует резонанс, или в который ему захотелось поехать, вот оно может ему в этом помочь. Сергей, ты знаешь, каким способом увеличения намерения? Все хотят измениться. То есть, все хотят, или чтобы у них жизнь изменилась, они изменились и прочее. И кто-то прям хочет годами.
Я бы сказал, что сила намерения зависит от количества преодоления. То есть, если мы себя преодолеваем хотя бы чуть-чуть, например, встаем на 5 утра, на 5 минут раньше, на 5 утра не обязательно, вот, на 5 минут раньше, чем хотелось бы, то есть это, опять же, относится к сфере осознанности повседневных действий. Вот обыденность, она может истощать, а может и питать. То есть, если мы осознанно раз на 5 минут раньше встали, осознанно, вот там автопилот нас несет вперед, а мы раз остановились, там подумали, с какой бы ноги там завязать шнурки, и это входит в привычку. И в итоге через действие набирается некая внутренняя сила. И когда мы встретим какой-то шанс, который все остальные на автопилоте пробегут, мы это просто увидим, потому что мы привыкли быть осознанными каждую секунду. И в том числе с местом силы тоже будет такое взаимодействие или с практикой. То есть увеличение намерения – это образ жизни. Другого рецепта я не знаю. То есть именно образ жизни либо дает силу, либо отнимает. И часто как раз вот этого компонента образа, человек просто меняет образ жизни, одного этого может уже хватить на какие-то сильные внутренние изменения. Ну, наверное, и последний вопрос, который отчасти ты уже начал освещать. Какие-то рекомендации по увеличению осознанности? То есть осознанность, то, что важна и нужна на этапе обучения, да и вообще в жизни, это уже понятно. Но вот, может быть, вот сидит зритель и думает, ну, зачем мне следить? За шнурками, еще за чем-то. Может быть, какие-то у тебя любимые есть способы, или которые практикуешь ты? Ну, я бы сказал, во-первых, нужно намерение, то есть захотеть изменить свою осознанность. Ну, а дальше берем какую-нибудь свою привычку, самую привычную. Ну, шнурки – это как просто наиболее… Сейчас я, кстати, с этим именно, с этого и начинал. Начинал со шнурков? Да. То есть я осознанно завязывал шнурки. Как бы. Вот. А сейчас просто я стараюсь ну, просто присутствовать в том, что я делаю во всем. Вот. И… То есть, по сути дела, практика осознанности – просто присутствие во всем, что делаешь. Да, и вот еще вот формулировка есть, которую дал, по-моему, один монах или кто-то там, что просветленный, который считается просветленным, говорит, как вы достигли просветления? Ну, говорит, а очень просто. Если я делал какое-то дело, то я делал только его. Потому что человек обычно, когда он делает какое-то дело, он там делает одно, думает о другом, там хочет третьего. То есть быть полностью в том, что ты делаешь. Вот. И тогда даже самые простые действия могут раскрыться совершенно в новую глубину. И все-таки предвещаем меркантильные отношения или материальные отношения к этому, как бы будут люди, которые спросят, ну и что это дает? Вот что это? Эффективность. Тебе эффективность? То есть, ну, в действиях. То есть… Я бы сказал, что относясь более осознанно, ты начинаешь, соответственно, формировать более разумное поведение. Скажем так, разные люди по-разному оценивают эффективность или успех в жизни. Кто-то считает успехом определенное количество денег в банке, там, у него на счету. Кто-то считает количеством друзей. То есть, в чем измеряешь ты свое счастье, если можно так выразиться? В радости от полноты жизни. Потому что если ты присутствуешь… Я бы сказал так, что вот какие-то свои иллюзии, они истощают. И к этому относятся любого рода иллюзии. То есть человек вот думает, что все плохо, там, значит, политики все гады, там, все, значит, соседи сволочи и так далее. Или он думает, что все хорошо. То есть, по сути, это вот как некий процесс мышления, который тратит силы. Когда ты не думаешь, а осознаешь, вот, что соседи… Не знаю, какие они, но вот как бы имеешь дело как с такими неизвестными существами, то есть, как говорил Кастанеда, мы странные существа, как и мир вокруг нас. То есть мир становится очень странным просто за счет того, что ты входишь в другую позицию, в другое состояние, перестаешь делать своими мыслями какое-то описание этого мира. Причем это описание один из таких автопилотов. И, соответственно, чем меньше ты это делаешь, тем больше у тебя энергии. И если эта энергия переходит через намерение осознать мир лучше в осознанность, то возникает какой-то совершенно особый контакт с миром. И вот мера этого контакта для меня и есть результат и критерий
моей эффективности в этой области. То есть, если у меня как-то тускловато, то значит что-то вот не то я делаю. А если я вот чувствую, хорошо осознаю, вплоть до каких-то там процессов в теле, то это уже признак, что я достаточно хорошо включился. И это не мешает повседневной жизни, я имею в виду в быту, в материи. Многие люди очень боятся, и существует такой миф о том, что если человек уходит в осознанность, в практику, ему надо бросить семью, ему надо там... То есть нет ли страха о том, что увлечение этим может сделать, может вызвать материальные проблемы? Ну, я бы сказал так. Духовная практика, если человек на нее решился, неизбежно даст ему гораздо больше проблем, потому что он заявляет о том, что проблем обычной жизни ему недостаточно. Он хочет магию, то есть по умолчанию проблем у него увеличится. И, естественно, многих это отталкивает. Но если у человека мотивация правильная, проблем у него будет больше, но и решать он их будет гораздо больше, гораздо лучше и эффективнее, и в итоге проблем у него будет меньше. То есть и плодов, которые он получит в результате. Да, то есть проблема – это тоже монетка с двумя сторонами. С одной стороны, это препятствие, с другой – это возможность получить нечто. Меньше проблем – меньше возможностей. А, соответственно, если ты хочешь больших возможностей, получишь больше проблем. Это неизбежно. Но, опять же, если ты с правильной позиции к ним подходишь, то и результат тоже может быть весьма интересен. И раз уж мы заговорили о проблемах, у меня родился вопрос, который действительно очень часто звучит. Есть мнение о том, что если, например, человек пытается чего-то достичь, у него проблема за проблемой, барьер за барьером, и он говорит, высшие силы меня отводят, мне туда не надо. А кто-то говорит о том, что наоборот, если у тебя барьер, его надо разбежаться просто и напролом пробить. Как понять? Отводят тебя высшие силы, и тебе туда не надо, или наоборот, это знак на то, что бейся до смерти, пока не преодолеешь. Я бы сказал так, по внешним признакам очень сложно определить, поскольку в моей ситуации были, ну могу только по своему опыту сказать, что были в моей жизни ситуации, когда все было вроде бы против, но внутри было ощущение, что правильно я иду. И вот я иду, и действительно оказалось, что правильно. А бывало, что какая-то мелочь вообще выводит меня из колеи, и я совершенно не могу продолжить, чем я занимался. Я бы сказал так, что признаком правильности является именно внутреннее ощущение правильности. То есть, если мы чувствуем, что это правильно. Но тут, конечно, есть ряд ловушек. Это ощущение можно перепутать с самоуверенностью или с каким-то автопилотом, который засел в мозгах, и вот некое описание, которое уже давно не соответствует реальности. Оно или вот, там, надо. Да, то есть здесь просто надо заглянуть поглубже в себя и решить, что тебе реально нужно. То есть, потому что есть такое понятие, как выгодно, практично. Вот помню, я в институт, когда поступал, в технический, думал, вот это практично. Сейчас вот программирование начинает расти, это хорошо, вот я буду там учиться. И не могу, ну хоть ты тресни. То есть, причем в школе я учился в математическом классе, у меня математика шла отлично. Стоило мне поступить в институт, все, я смотрю на эти формулы, вообще ничего не понимаю. Вот если говорить об институте, то там вот именно у меня не было внутреннего ощущения правильности, но я шел чисто на каких-то убеждениях. То есть у меня было некое убеждение, что вот это, что это должно быть так, во-первых. Во-вторых, там родители меня тоже как бы прессовали немножко, что вот хорошо бы тебе все-таки закончить. А в случаях, когда там, допустим, на тот же Кайлас я ездил, тоже была куча проблем, у меня было ощущение правильности. И вот это ощущение, оно, можно сказать, питает и позволяет преодолевать. Если его нет, то, ну, можно, что называется, ради проверки попробовать, так сказать, постучаться лбом в стену, но надолго, как правило, этого не хватает. То есть здесь главный критерий все-таки внутреннее ощущение. А когда человек... Вот знаешь, просто многие могут услышать какой-то подтекст в стиле, ну вот, Сергей, да, мудрый человек, не хотел учиться, и сейчас, может, какой-то студент думает, я тоже чувствую, что это неправильно, что я здесь. Как не уйти в чувство неправильно? То есть, например, человек не знает, что правильно, но зато он знает, что вот это неправильно, и начинает от всего отказываться. И очень часто может остаться просто у разбитого корыта.
Ну, тут кроме внутреннего ощущения рецептов нет, поскольку у каждого спектр ситуации, он бесконечен. Сложно сказать какую-то общую рекомендацию, по крайней мере, мне сформулировать, кроме как прислушаться к себе. Вот, подражание, ну, тоже не всегда позитивно, хотя, может, иногда и позитивно. Он увидел, что вот так можно. И, о, а я и не знал, что так можно. И сделал, и тоже получилось, может быть. А может быть, подражание пойдет вразрез. Это, опять же... ощущение внутреннее должно быть. Ну, в любом случае, получит опыт. Я получал разные, и как бы и подражание неудачного, там, и что я стучался в закрытые двери. Вот. И все равно этот опыт, он не дает себе полноты знаний, потому что, когда я в следующий раз сталкиваюсь с какой-то проблемой своей, то этот опыт, он не дает полного ответа. Всегда приходится опираться на некую более глубинную часть, которая больше, чем я знаю. И в зависимости от того, как я это сделаю, будет так и событие развиваться. И это, я бы сказал, что это на любом отрезке пути. То есть, да, может быть, у меня там побольше знаний, потому что я уже там не один десяток лет вот, иду в эту сторону. Но эти знания для меня самого, они частичны. Я все равно, я бы сказал, соотношение известного и неизвестного для меня не изменилось. То есть, неизвестного, известного стало больше, да, но и неизвестного тоже. Вот. Также, то есть для кого-то, может быть, эти знания там они опишут больше, то есть, но это будет, опять же, до того момента, как человек приступит к действию, потому что как только ты приступаешь к действию, мир окажется гораздо более широким и глубоким, чем описание даже самого мудрого человека, и помудрее меня, вот, как бы, поскольку мир – это не человеческое творение. Сереж, большое спасибо, что пришел, уделил время. Было безумно интересно. Спасибо за приглашение. Дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось. И я думаю, это не последняя наша встреча. Ну, надеюсь. Так что, быть может, еще увидимся. Всего доброго. Пока.